Привет, друзья! С вами на связи Назаренко Наталья. Сегодня мы будем с вами дегустировать кабачки в кетчупе, которые мы закатывали в июле в автоклаве при температуре 70 градусов. Сегодня у нас ноябрь. То есть кабачки выстоялись хорошо, и мы сможем с вами их попробовать и проверить, как у нас работает рецепт. Пахнет вкусно. Видите, у нас микс кабачки с огурцами. Как раз сразу попробуем. Огурцы. А, это есть огурцы. Похоже, как на кабачки. Может, и есть кабачки под низом. Не, огурцы. Сейчас попробуем. В принципе, классно хрустят. Вкусные. То есть будем пробовать по этому рецепту. Как мы их готовили, смотрите дальше в этом видео. Так, друзья, привет! Сегодня будем пробовать, экспериментировать, закатывать в автоклаве кабачки. Будем делать с кетчупом и обычные малосольные, так само огурцы. Кабачки мы порезали, огурчики замочили на 2 часа. Приступим к работе. В каждой баночке у нас уже лежит по кусочку хрона, листика малины, стручок петрушки, укропа, вернее, зубочек чеснока. Сейчас еще добавлю по горошку черного перца и душистого. Огурцы и кабачки мы порезали, которые не помещались в банку в пол-литровую. Теперь сделаем маринад. В кастрюле смешиваем воду, соль, кетчуп. Все пропорции будут в конце видео или в описании под ним. После того, извините, процесс не сняла, как я заливаю горячим маринадом банки. Закатываем их, складываем в автоклав, закручиваем. И будем выставлять температурный режим. Температурный режим решила проэкспериментировать, поставить 70 градусов. Потому что при 80 расползались наши огурцы. И производитель автоклава рекомендует тоже температуру 80. Я решила немножко изменить. Посмотрим результат, что будет. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много всего интересного. А если вам понравился рецепт, ставьте палец вверх. Пробуйте, экспериментируйте. Но обращайте внимание на ваш автоклав. Потому что каждый производитель своя потребляемая мощность. Проэкспериментируйте немножко, и у вас получится результат. Не весь полностью, а пару баночек. И вы тогда точно будете знать. Только методом проб и ошибок вы добьетесь результата. С вами была связь Назаренко Наталья. С вас лайк и подписка.